Антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения статьи закона о защите конкуренции на рынке стекла. В деле фигурирует и башкирское предприятие. После жалоб на рост стоимости стройматериалов надзорное ведомство установило, что на рынке листового стекла доминирует несколько производителей, в том числе «Салават стекло» и «Гардиан стекло». По данным «Глаз Ньюс», после покупки завода в Дагестане башкирское предприятие заняло 22% внутреннего рынка. Анализ показал, что цена на листовое стекло в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года увеличилась более чем на 80%, в то время как рост себестоимости был незначительным. По мнению ведомства, это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую компаниями продукцию. Если вина будет установлена, то «Салават стеклу» грозит штраф в соответствии с административным кодексом. На предприятии от комментариев воздержались.